Для настройки коммуникатора LG KS20 в качестве модема сначала подключите коммуникатор к компьютеру при помощи USB-шнура. Затем включите функцию модема, для этого необходимо перейти по пунктам «Пуск программы общий интернет». В поле подключения ПК оставляйте USB, а в пункте «Сетевое подключение» название ранее созданного соединения. Для начала соединения нажмите кнопку «Подключить».